Всем привет! С вами Юля, и сегодня я расскажу вам про Джиджи Грант из коллекции «13 желаний». Купи ребенку ТВ. Продается Джиджи в фирменной коробочке с интересным узором в виде дыма, где можно увидеть герб Monster High, надпись Monster High, мультяшное изображение самой Джиджи и логотип коллекции 13 желаний. Сбоку снова можно увидеть надпись Monster High, а сзади мы видим изображение самой Джиджи и краткую анкету о ней. Как мы можем видеть, Джиджи полностью воплощает собой восточный стиль. Волосы у нее убраны в высокий хвостик, чем-то напоминающий хвост скорпиона. Что интересно, внутри этого хвостика, по всей видимости, вставлены шарики, чтобы он имел объем, поскольку если потрогать, то там что-то круглое чувствуется. Глаза Джиджи настолько красивые и яркие, что особо не требуют яркого макияжа. Они только чуть-чуть выделены золотыми и голубыми тенями. А еще у Джиджи очень милые веснушки на щечках. Это так трогательно. В ушах у Джиджи вставлены сережки, тоже в восточном стиле и с витиеватым необычным узором. Одета Джиджи в типичный джиновский костюм, но довольно интересный и даже красивый. Верхняя часть костюма сделана из блестящей голубой и розовой тканей. Рукава этого костюма довольно широкие и чем-то даже напоминают крылья. На шее у Джиджи не какие-нибудь ожерелья, а очень крутая татуировка в виде скорпиона. Штаны у Джиджи похожи на шаровары, в которых обычно изображают джинов в мультиках. Но, в принципе, это логично, потому что она же есть джин. Ее штанишки украшены спереди золотистым узором, довольно красивым и интересным. А на талии можно увидеть пояс. Стоит отметить, что сам костюм цельный и является как бы комбинезоном, поэтому снимается целиком. На обеих руках у Джиджи надеты интересные браслеты, тоже в восточном стиле и с витиеватым интересным узором. Из аксессуаров у Джиджи есть вот такая замечательная волшебная лампа, или может быть это сумочка, я на самом деле не знаю, позор мне, я не смотрела мультик, поэтому я без понятия. Я знаю только одно, что эта штука открывается, и туда можно положить какие-нибудь прикольные мелочи. В принципе, даже если это сумочка, то женская сумочка, она как волшебная лампа, там всегда есть все, и находится оно внезапно. Если внимательно приглядеться к ногам Джиджи, то складывается впечатление, что они напоминают панцирь скорпиона. А на ногах у нее надеты просто божественно крутые и яркие туфли, которые тоже напоминают ботинки Джина, но уже стилизованные. Туфли у нее на очень-очень высокой платформе с загнутым мысом и золотистыми пряжками. Смотрятся они, конечно, очень круто и эффектно. Питомца Джиджи зовут Королевское жало. Очень миленький и обаятельный скорпиончик с милыми большими глазками. Также в комплект входит дневник Джиджи, подставка и расческа. Купи ребенку ТВ. Всем пока, с вами была Юля. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Купи ребенку ТВ.